Итак, всем здрасте. Лопнул порожек у меня на гитаре. И там щель. Все это дело я, короче, решил залить эбоксидкой. И не париться. Что из этого получится? Так, что из этого получится? Посмотрим. Мало того... Сейчас покажу. Вот эта канитель под струны. Она что-то мне не нравится. Там ее уже всю покоцала. Я решил сделать вот с кусками медяхи. Отпилил уже. У меня полоска была. Давно собирался это дело сделать. Не знаю, что получится, то получится. Примерно вот такой канитель. Не надо выстрогать. Все, я попер разводить эбоксидку. Продолжение следует. Залил эбоксидкой вот эту щель. Такая вот здоровая образовалась. Внутри там пролил, там тоже полопалось все. Вот ты что, медяху. Надо вот такую канитель вытащить ей. Вот ты что, упала. Ну все, продолжение следует. Звучать поди лучше будет. Итак. Вот что получается у нас. Вот старое. Почему я ее сделал такую широкую? Короче, там она подключаться должна, и там провод стоял, лежал. Вот это вот ложилось на провод. Я провод выкинул, потому что я ее не подцепляю, и подцеплять не к чему. Дареному коню зубы не смотрят. Гитара мне была подарена моим другом армейским. В 2017 году. Коломне, в городе Московской области. Но шлифовать сильно не буду. Почему? Потому что она там хлябать начнет. Вверх немножко вот эту часть, которая будет на улице торчать, еще мал-мал пройду, а низ не буду. Ну так, мне нравится. Посмотрим, как будет она звучать. Ну, на сегодня, я думаю, хорош. Маленько шлифанул их. Так, самую малость. Она сильно широкая, ее надо будет отпиливать. А может, и не надо. Завтра буду доделывать. Время уже поздно. Ну вот и все. Порог у меня новый теперь стоит. Самоделочный. Сделан из меди. Вот так он выглядит. Ну все, натянул струны, попробовал, играет. Она даже, по-моему, звучать получше стала. Все, всем пока.